И первый тост готов. За молодых, за счастье пьем. Совет вам! Да, любовь! Давайте дружно, стоя, за любовь, за счастье молодых! Пожелать приятного аппетита! Да, есть у нас вежливые гости за столиками. Это очень приятно. Ну что, пока вы будете кушать, дамы и господа, пока вы будете набираться сил, они, кстати, вам сегодня пригодятся, я потихонечку буду рассказывать. Вот такая вот веселая компания собралась здесь сегодня. Друзья мои, вам понравился тест, который для нас любезно приготовил Дмитрий? Понравился? Давайте ему поаплодируем, скажем аплодисменты, огромное спасибо. Только честно, поднимите руки, кто любит пить пиво? Я вот пиво обожаю, руку поднимаю. Кто еще пиво любит пить? Кто любит пить пиво? Ну, не стесняйтесь. Чуть меньше половины. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете марки пива. Александр, что это за пиво? Анастасия знает, как выглядит этикетка Балтики тройки. Хорошо, дальше идем. Жигулевская, отлично. Дальше. Дмитрий верно отвечает. Карлсберг. Хорошо. Ну что, аплодисменты всем участникам, но мне кажется, что у нас есть основные кандидаты. Давайте три подарка мы вручим. Евгений, вы за ваше участие в этом конкурсе получаете суперприз. Кухонный комбайн. Скажите, сколько лет вам было, когда вы впервые стали использовать этот предмет? 17. То есть 17 лет вы активно им пользуетесь. Каким образом вы его... Ну, каким образом он у вас появился? Вы его нашли, вам его подарили? Я наткнулся на баннер в интернете и купил. Хорошо. Как отреагировали ваши друзья, когда впервые увидели вас с этим предметом? Ну, они были удивлены. Я призываю всех наполнить свои бокалы. Дело в том, что сейчас будут сказаны очень-очень важные слова в адрес очень важных гостей. Сейчас мы проведем небольшой конкурс бодибилдеров. Кто знает, кто такие бодибилдеры? Ну да, это люди, которые занимаются наращиванием мускулатуры, причем именно, чтобы гармонично это все смотрелось. Так вот, да. Естественно, раздеваться не обязательно, точнее, не нужно раздеваться. Сейчас вам нужно как можно более ярко, различными позами продемонстрировать свои мышцы. Готовы? Под бурные аплодисменты, милых, да, поехали! Вот они силачи. Давайте бицепс демонстрируем. Трицепс. Мышцы живота. Давайте один кубик покажем. Самый мощный кубик на животе. Вот он. Молодцы. Но только как бы, реально будем на это смотреть. Готовы? Умеют все отжиматься. На кулаках будем или на ладошках? Такие возмущенные взгляды у девушек. Я шучу, конечно же, отжиматься не нужно. У меня вопрос такой. Скажите, вы, девушки, считаете себя коммуникабельными? Так, не все поняли, что значит коммуникабельные. Дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты встречайте чудо кулинарного искусства. Свадебный торт! Вот он, красавец! Ну и, конечно же, для отрезания первых кусочков свадебного торта на сцену я приглашаю виновников сегодняшнего торжества, жениха и невесту, под ваши бурные аплодисменты.